Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и это мое прохождение игры Амнезия, от тех же, в общем, создателей Пенумбра. Продолжаем проходить, в общем, эту игру. Так, немножко, в общем-то, наверное, будет заметно очень сильно, что я повысил яркость в этой игре, так чтобы, во-первых, просто не предыдущих видео, которые я записывал до этого, где-то неделю назад или две недели назад, у меня, в общем-то, было заметно, что слишком было темно, конечно, в некоторых моментах, вот, где вообще не было никакого источника света, было слишком темно, ничего было вообще не видно, что происходит там, что вдалеке, в общем-то. Или это из-за этого, в общем-то, было неинтересно смотреть, мне кажется, все-таки. Хоть, конечно, из-за этого, возможно, теряется атмосфера немного, но все-таки лучше повысить яркость, чтобы можно было хотя бы что-то отследить. Так. В общем-то, как раз мы вернулись в кабинеты, чтобы найти недостающие, в общем, стержни запасной, да, вот как раз вот в записке было, в общем, написано, что как раз вот один стержень может находиться в кабинетах, локации кабинеты. Да, в общем-то, и как раз туда вернулись за этим стержнем, но при этом, конечно же, я вспомнил, что, в общем-то, здесь у нас окно треснутое было, можно как раз было в разбитии. Так, и попасть, наверное, в какую-то закрытую комнату. Сам главное еще не упасть, вот, хотя в такой ситуации вот тяжелый. Блин, что за... Какого черта? Фу, ее просто. В такой ситуации, конечно, даже лучше снаружи находиться, чем... Чем? Черт, мне не нравится эта комната. Сейчас я вам что-то нехорошее произойдет. К такому-то зайдем. Все перевернуто. Планы ремонта лифта. Так, где же стержень? Блин, надо быстро искать стержень и валить отсюда. Так, сохранялочка. Даже на сайте Мечерёд, Мишеля не был терпелив, я ждал веками. Там, откуда я пришел, не ступала нога человека, но я присмыкался перед тобой. Я столько сделал для тебя, не получая ничего взамен. А Гриппа, не... я верил тебе, и по всем законам справедливости в те врата должен был войти я. Так, кого здесь на записке-то? Непонятно. Какие-то стержни. Так, ну того, что нам надо, нету. Странно, кто там ходит? Хотя назад мне ничего не хочется. Ау. Тихо. Ёпарсты. Фуй. Хочет мне туда заходить, даже не хочется. Что-то мне слишком это все нравится. Так, три. Надо быстро изучать и валить отсюда. Так, а вот стержень сейчас мне идет, и что-то плохое произойдет, мне так кажется. Я точно так думаю. Блин, надо быстрее. Так, это нас что такое? А, Марика, во. Так, быстро берем трутницы. Дверь закрываю на всякий случай. Потом сразу же, кто возьмет стержень, сразу же валим. Что мне точно кажется. Так, о. Немного масла пополним. Бачки пара капель масла, так. Марика, да. Так, сначала записку берем, потом масло. Точнее, стержень. Инструкция к механизму лифта. Если лифт снова сломается, создайте нужное давление в первой машине, прежде чем выпускать пару устройства лифта. Установите рычаги, чтобы достичь нужного уровня давления в камере. Манометры должны показывать вверх 8, вниз 8. Убедитесь, что цель подачи пара выстроена правильно. Троичный стержень, четырехфазный стержень колебаний и стержень парового цикла. Машина не может проверить правильность установки, пока не установлены все стержни. Фу, валим.
Нет, нафиг, я паралит не буду, что-то просадит. Я валю отсюда. Тихо. Какого хрена? Да ну пофиг. Я валю отсюда. Черт, хотя... Кто нас там может ждать? Тихо. Ау. Ой, я просто. Я валю. Я валю. Тихо. Никого нету. Все, бежим. Блин. Фу, все, слава богу. Взяли все три стержня, теперь быстро чиним лифт. Хотя, в общем-то, непонятно, куда нас приведет этот лифт. Блин, чё так быстро? Нифига себе. Это что еще за... Снова жидкость образовалась, чё-то да. Явно тень, в общем-то, неподалёку где-то находится, в котором мы, в общем, убегаем. Так, а в хранилище мне не надо. Офигеть. Жидкость снова образовалась. Некроморфная какая-то. Так, масло, отлично. Трутницы им берем. Так, здесь, наверное, больше ничего нету, мне так кажется. О, блин, здесь я когда-то образовался. Ее просто. Вся вода прям как раз красная стала. Жесть. Блин, офигеть просто. Так, здесь я что-нибудь есть. Хотя, я думаю, вряд ли. Ладно, тоже в комнате. Так. А, пофиг. Разобьемся здесь. В дребезги все, валим отсюда. Самое главное, жидкость не попастит. Все, оттуда больше не вернемся туда. Так, идем к машиноотделению. Надеюсь, там все спокойно, более-менее. Хотя, мне кажется, что вероятно, что вряд ли, думаю, там кто-нибудь появится в ближайшее время-то. Хотя... Так, все спокойно, здесь более-менее. Так, ну сейчас надо что-то сделать, надо будет с этими рычагами. Рычажками. Так, тихо. Никого нету. Так, закрываем дверь. Все. Так, что у нас там в записочке было написано? Нет, не то. Рычаги. Вверх 8, вниз 8. Троичный стержень, четырехфазный стержень парового цикла. Так. А это у нас стержень, это интересно. Трочатый можешь сначала поставить. Потом четырехвазного, как написано. А потом уже вот этот, парового цикла. Все правильно? Правильно все сработало так-то. Здесь все правильно. Как-то написано-то. Так. Установлю все в стержне. Манометр должны показывать вверх 8, вниз 8. Установите рычаги. Рычаги. Блин. Не нравится мне ты. Ох, блин. Чё за? Так, рычаги. Ага. Что-то вверху явно надо сделать давлением там этим. Сюда им кашу наверху там. Повыше. В самом первой комнате, где мы были. Фух, да уж. Напряжно. Этот вкус
Что за... Ой, так, что нас там надо сделать? Вверх 8, вниз 8 должно быть. А, рычаги давления. Понятно, что значит, что, в общем, понятно, что надо сделать. Так, вверх, вот как раз вверху находится. Как 8 сделать? 5 и 3, получается 8. Так, 4 и 1 тоже пойдет. Так. Тихо-тихо-тихо. Это тоже это вверху-то. А все правильно-то. 3, 5, 8. Вверху. А 10. А хотя 10 это еще снизу должно быть. Да, точно. Один. Так, 5, 5. Не пойдет. Не пойдет. Так, сверху же получится. Так, пробочка. Вот так. 5, 1, 2, это получится 8. Так. 2. 5 и 1, во. Во, поток равномерный и стабильный, отлично. Вот так надо сделать. Сверху 8 и снизу 8 давление. В общем, как раз по этим цифрам можно понять. Здесь, в общем-то, 2, 5 и 1, получается 8 вместе. Здесь тоже 5, 1 и 2, 8. Вот так, в общем-то, мы правильно все сделали. Блин, надеюсь, сейчас никто не поедет, кстати. Черт. Теперь надо снизу запустить все. Чё-то я просто бегу на пролом. Ёпрста. А, нужно еще поработать на бордоне. Так, что-то я на сверчащими стержнями что-то не так и сделал. Не так кажется. Так, масло половина. Да, у нас бочка, по-моему, наполнена. Да, немножко масла есть. Наполним. Хотя, можно и без света типа побегать-то. Побегать. Значит, сейчас стержнем что-то неправильно сделал. Так, давление, по-моему, все правильно. Сверху 8 и снизу 8 получилось. Значит, оно что-то не так с теми стержнями. Сейчас посмотрим-ка. Так, троичный, четырехвазный. Правильно. Троичный, четырехвазный стержень парового цикла. Так. Может наоборот другие местами, а тут это правильно может не находится, а вот это может поменять местами надо, возможно, мне так кажется. Что, все правильно? Поток, как же еще там, да. Понять, что, конечно, еще надо делать в головоломке. Думаю, сейчас разберемся, постараемся. Да, блин. По-моему, все правильно так-то сделал-то. Так, там все правильно. Под тем с давлением-то. Что здесь неправильно? Если неправильно здесь стоять, здесь тоже. Значит, здесь посередине тогда прум поставить. Так, четырехфазный, значит, либо здесь, либо здесь. Хотя... Во, все, все стержни установлены. Отлично. Это очень радует, что заработался. Так, теперь все правильно. Теперь можно запускать этот механизм. Во. Все.
Теперь можем отсюда уходить, слава богу. Ёпрста. Чёрт. Блин, чёрт возьми. Сейчас явно что-то нехорошее произойдет. Жидкость снова появилась. Это как мне-то не нравится. Ух ты! Черт, я дери. Надо валить нафиг отсюда. Какого? Черт, я бы сказал. Блин, а? Чуть мне сюда убраться. Ой, ёпрста, вот, блин, повезло. Сказать можно. Какого? Что за? Да чтоб я дери, блин, надо отсюда валить нафиг. Чёрт, вы появились. Да, блин. Все, путь заблокирован. Да. Обратного пути нету. В общем, едем на лифте. Все. Так, он тяжело дышал, пытаясь не сорваться на крик. Медицинский шкафчик в виде ребёнка лежал на полу, потянул руку через разбитую стеклянную дверь и схватил все успокоительное, как я смог найти. Блин, поехали. В лифте. Ой, я просто... Да, дальше еще будет еще хуже. Куда мы спустимся, вообще непонятно. Черт возьми. Ой, блин. Пиздец. Блин, пиздец. Осторожно шагая по незнакомой земле, он обернулся и взглянул на своих попутчиков. Провожатый дотронулся рукой до полу шляпы, прощаясь. Ой-ой-ой-ой. Что вообще произошло? Давай, вставай, блин. О-о-о, я понял, куда я приземлился. Темница, что ли? Так и есть. Идем, нам сюда. Что это было? Прости, я должен был предупредить тебя. Как барон, я отвечаю за содержание преступников в тюрьме. У вас там настоящие темницы? Конечно. Пойдем, не стой на месте. О, да уж. Темница. Так, теперь понятно, что нас там ожидает. В этих темницах. Я догадываюсь. Ой, ёпрсты. Чёрт, эти крики. О-о-о, пиздец полный. Нас ожидает там. Полный пиздец. Не сказать хуже. Черт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пиздец. Черт, ненавижу темницы. Блин, масло кончается.
Ау. Блин, пиздец. Полный пиздец. Там явно кто-то ходит. Ух, ёпарасы! Чёрт! Какого хрена? Блин, надо валить от него. Ой-ой-ой-ой-ой, куда мне теперь не убежать-то? Ух, ёпарасы ты! Всё, мне пиздец, мне пиздец. Блин, беги ты! От него, что ли, а? Какого хрена, б сказал? Какого? Блин. Ай, скотина. Продолжайте. Фу, блин. Чё это я бы сказал? Как я рад этому. Хватит. Тихо, тихо, тихо. Блин, чё, потратил? Не понял. В этом месте, казалось, он опять там потратил. Эту лечилку свою. Да что 5 зерьев-то? Черт, ну явно, да, точно здесь не очень. Приятный монстр ожидает. Полина. Пиздец. Сказал. Ну, вот здесь завалено. Турница на 6 штук. Так, и 2 тут выбил, явно не очень. Приятный существо. Цепя, кто цепек находился. Блин, пиздец. Ох. Да уж. Блин, надо валить. Я туда не пойду. Это что у нас такое? Молот какой-то. Блин. Сейчас никого не хочется встретить. Так. Ау. Значит, никого нету? Мне кажется, нету. Нафиг закрывайся. Так, масло. Хотя бы не то, что масло есть хотя бы. Для чего мне молот, интересно, так не понимаю. Молот Торани. Блин. Ух, ты не хочешь мне туда идти вот? Явно кто-то есть. И дай наверх, дай вот туда, не хочется. Там явно монстр, блин. Блин. Какого хрена? Ой, ёбарыса ты. Это что за? Там тут и есть, явно ходит. Полина. Чет, я туда не пойду. Да ну нафиг. Блин, масло кончается. Я просто не знаю, пойти что туда. Ничего не хочется даже идти. Блин, хотя ту сторону там все посадил. Наверху у нас там ждет монстр, который придется упекать явно. Но куда, конечно, убегать, тем непонятно. Везде тупики. Блин, а там еще один монстр. Который не знаю вообще ушел ли. Или это показалось. Как всегда. Силой просто. Ой, я просто. Даже не знаю, что делать. Тянуть еще. Да нет, дверь. Дверь закрыта. Полина. Тихо. Дверь закрыта тогда.
Может, молотом разбить можно? Да ну нафиг, я не пойду. Нетушки. Блин, ну всем монстрам, что делать-то, ёпаста. Пиздец полный будет. Мне придется явно убегать, ну куда? Ау? Не стоим здесь? Где он мне показался, интересно? Или он показался мне? Фу, я просто. Чудо. Полина. Чё за фигня? Так. Это что ещё за? Чё за? Солидный прочный занавесный замок. Так, и что нам с ним делать? Чё за? Блин, мне не нравятся звуки. Так, найдите путь обход решетчатых ворот. Блин, я не схожу. Полина, пиздец. Все, музыка затихла, что ли? Так, турница. Так, мне туда попасть нужно, да? Ой, слава богу. Слава богу. Куда дальше? Блин. Пиздец. Надо валить отсюда нафиг. Черт. Чертовы. Ой, блин, не нравится мне это место. Мама, но я не хочу уходить без тебя. Беги, дитя мое. Ты должна бежать. Найди провожатого Габриэля, пусть вызовет людей короля. Нет, мы убежим вместе. Пожалуйста, у меня нет времени расширить дыру. Но... Кто-то идет. Торопись, я прикрою дыру кроватью. Все будет хорошо, я обещаю. Черт, не вовремя открыл дверь, конечно. Полина. Сейчас фонарик погасит, это пиздец будет. Хотя, масло нашли еще. Вот, хорошо. Пока ж неплохо. Турница тоже есть. Сокна там 6 штук, нормально. Блин, эти темницы, конечно, да. Блин, уже, кажется, скоро, мы думаю. Тихо. Мне не нравится эта дверь. Закрыта. Найдите путь обход решетчатых ворот. Так, одна из тюремных камер, слабый замок. Может, молотом его? Нужно что-то еще? Нельзя. Так, ну ничего нельзя пока, да? Полина. Как мне не нравится все это. Тихо. Где она? Куда она делась? Не скажу. Ничего не скажу.
Ты только все усложняешь. Послушай, маленькой девочке здесь не место. Она может попасть в беду. Кто знает, какие ужасы скрываются там, внизу. Видимо, все-таки с вами не Даниэль, как раз это жесть, а. Понятно, почему все стерся память, хотел забыть все это. Кошмар, как будто приснился. Так. А, понятно, что надо сделать, чтобы с дамы кто-то убрать. Офигеть, скил. Так, что у нас здесь есть? Масло. А, пара капель осталось. О, отлично. Так, доуты есть. А, для чего все это понадобится дальше-то? Здесь пока вообще ничего не такого полезного, ничего интересного нету. Так, теперь нужно обход 3-4-4, хорошо 4 ворот попасть, блин, если тут дверь придется открывать, которые там видели этого монстрила. В общем, мне даже не хочется туда ищи идти. Полина, пиздец. Что-то мне вообще не... Ой, не нравится. Это идея. Так, масло есть? Блин, пиздец, как мне не хочется. Туда вот идти. Чё за... Блин. Ненавижу эту локацию. Да, пока что уже и локация будет, мне кажется. Так, может, этим пока-то можно? Да, нет. Какой-то обход нужно искать. Только где искать обход? Если, конечно, туда произойти. Куда я думаю. Блин, вот это плохая идея. За какого Полина, черт, у, блин, я снова метров 50, блин, я валю. Ой, тихо, черт, на земле где-то неподалеку. Блин, ну сюда валит. Ёперсты. Пиздец. О, пока что все нормально, более-менее так-то. Ой-ой-ой-ой. Мимо него придется проходить точно. Второй раз. Я на второй раз точно не повезет. Он никуда не... Так, пойдем, музыка стихла, кажется. Может, он ушел? Блин, лежит, конечно, появился он. Тихо. Тихо. Ау. Мужичок. С ноготок, блин. Надеюсь, ты испарился. Не хочу с тобой встречаться. Ау? Сейчас, конечно, вообще не туда иду. Полина, пиздец полный. Пожалуйста. Чё, не туда теперь идти, что ли? А, ещё делать? Нельзя. А чем мне тогда туда проходить туда? Пока не могу понять, как мне туда проникнуть. Таким обходным путем-то. Я везде был. Где еще? Чё за... Пиздец. Ой, я просто... Так, ну чё ж... Блин, чё ж делать-то? Чё пропустил? А? Какая-то обход надо идти. Так, надеюсь, никого здесь нету. Или мне показалось просто. Хотя враг-то, в общем-то, реальный, но он быстро исчезает, слава богу. Блин, ну там, где я был. Где же мне еще делать? Чем еще делать-то? Какой-то проход надо искать.
что ли. А, блин, я везде был. Явно где-то искать проход нужно. Тихо. Ну где искать проход? Черт, а. Как сложно. Чё же? Блин. Чем мне делать? Так, может, да? Хотя мне что-то лезть даже не хочется. Блин, чё за звуки? Чё за нечто? Ох, я просто что делаю-то? Блин, и как мне обходной путь искать? Я чуть не могу понять, чуть-чуть куда мне дальше ты бороться. Ой, куда пробираться? Да. Может так? Блин, и как мне туда пробраться? Я чуть не вижу вообще ни одного прохода. Что-то я там чуть-чуть забыл. Мне надо все быстро делать. Нечто. Блин, мне не нравится. Блин, куда же мне идти-то? Я везде уже был. Че? Блин, че я мог забыть-то? Вот не пойму вообще. Что-то вот пропустил вот. А чё? Погоди. Ой. Блин, вот сейчас масло закончится, пиздец будет. Ну где же проход-то? Где-то он должен быть. Так, это у нас двигается. Тот замок это может сбить, что ли, не знаю. Хотя вряд ли. Найдите путь в обход, решетчатых ворот. Обход нужно искать. Блин, а где же этот обход? Вот, блин. Ну и где мимохода будут искать? Это долбанный. Блин, я ничего не вижу вообще. Тут дверь нельзя сломать. Что-то немножко непонятно, мне кажется. Где этот мимоход искать? Может это здесь? Чем ему проморгать? Или все-таки замок как-то надо? Блин, ну если я по обход-то. Где же мне обход-то искать? Так, блин, что-то явно пропустил. Не бы через ту дверь можно пройти, как это ее сломать-то. Ай. Блин, как-то... Блин, масло кончится. Ёпарасоты. Ай. Не так. Я резьбы по камню. Блин, что-то я не могу понять, что-то для чего мне-то нужны. Mm-hmm.
масло кончается, блин. Да, пофиг на того монстра что-то. Блин, как-то прониклась. Как не понять это? Да, сложновато что-то. Найдите путь обхода расчетчатых ворот. Но если нам сюда не надо, блин, где должен быть обход все-таки? Че-то перегорожен. Только вот камни, там, блин, не сдвинуть, что ли? И он там где-то, может, обход-то все-таки должен быть. А я туда пришел. И где же этот обход? Чё-то я затупил, конечно. Чё не серьезно затуп. Да, оттуда мы точно не вернемся туда. Блин, нет, что-то наверху явно. Чё я там наверху мог пропустить-то? Какой-то там явно обход есть, который я не могу понять. Надо быстро все это делать, чем лампа сейчас кончится, масло. Да полный пиздец будет. Где же этот обход, чертова? Так, может здесь что-то? Что ему? Блин, ну, пролезай. Че ты пролезать не хочешь, а? А, Марика. Так, может здесь, погоди, по камню же. А не на чем. Блин. Сюда могу залезть и сюда. Почему? Хм, не на этом. Сюда могу залезть почему-то. Черт, блин, ну что-то. Куя. Так, что ты, может, я... Да ничего не посвечивается так-то. Пиздец, все. Масло кончилось. Пиздец. Блин, полный П. По камню, по камню. Может, он что-то здесь забыл? Я он что-то забыл здесь. А, погоди, что такое? Погоди, а вот что. Хотя, вряд ли не получится сделать там. Да, что-то я хорошенько тупанул. Да, на чем это пусть надо это ставить? Нет. Блин, ну что-то должно быть, а? Че я так туплю? Ну, я надо что-то вырезать пока. Пока. Думаю.